Сегодня само движение объединяет уже более 4 миллионов человек. Это, конечно, огромная цифра. Только что вместе посмотрели, и вот ребята показывали основные проекты движения. Порадовало, конечно, возрождение уже на новом современном уровне, прямо скажем, незаслуженно забытых форматов, которые были в свое время очень популярны. Я там посмотрел, здесь и военная тематика, это «Зорница», юнацкое движение, это тоже все очень востребовано. И все эти хорошие старые традиции, они, безусловно, помогают ребятам уже в наше время, молодым людям 21 века. Такая преемственность поколений, преемственность идей очень важна. Чтобы созидать, развиваться, нужно, безусловно, брать все самое лучшее, что у нас было, ну и двигаться, безусловно, вперед. Здорово и то, что движение поддерживает ребят в их стремлении уже сейчас приносить пользу. Писать письма, вот я посмотрел на стендах, да, собирать посылки для наших военнослужащих, уметь оказывать первую медицинскую помощь, участвовать в волонтерских инициативах. А вот здесь только что говорили, что важно прежде всего желание оказывать помощь. Это правда. Но все-таки умение тоже востребовано. Если желание есть, а человек не может что-то сделать, ну, конечно, одного желания явно недостаточно. А здесь учат, как это сделать, и это очень хорошо.